Всем привет, с вами Паш, и на ютубе начинает набирать популярность идеальные шары из фольги. И поэтому я решил заснять на эту тему видео. Может, кому-нибудь это полезно будет, но я не знаю. В общем, вот, смотрите. И давайте я расскажу, как они их делают. Для начала они расплавляют фольгу и потом суют в шар. Можете посмотреть, там есть одно популярное видео. И потом, когда он застывает, его охлаждают, и потом начинают шлифовать, выравнивать, и в итоге получается вот такой идеальный шар. Для красоты его можно куда-нибудь поставить. Я не знаю, может, когда-нибудь сделаю такой шар. Не знаю почему, но просто так сделаю. Я хотел раньше это видео записать, но как-то не хотелось. Но просто так решил записать. Вы можете снять про эту, на эту тему видео. И, возможно, у вас наберется много просмотров на этом видео. Ну а кому понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы у вас уведомлялись мои новые видео. И на этом все, да. Всем пока.